Всем привет! Сегодня 22 апреля, понедельник, а значит обновились деяния и предложения за доверие в ночной волне. Итак, давайте посмотрим, что нас ждет в ежедневных деяниях. Убейте 20 врагов во время управляемого полета. Совершите 10 идеальных захватов животных в долине сфер. Завершите 3 зоны резни в святилище. Завершите 3 миссии кошмара. Помогите Клему в его ежедневной миссии. Завершите 3 миссии захвата. Улучшите 1 единицу модульного снаряжения. Завершите 3 миссии зачистка. Продержите 60 минут в миссии выживания, играя с другом или соклановцем. Продержитесь 60 минут в миссии выживания крепости Кувы, не используя капсулу с кислородом. Продержитесь 40 волн в миссии обороны, играя с другом или соклановцем. Теперь давайте посмотрим предложение за доверие. Как обычно, у нас чертежи на Warframe Avapan, катализатор, реактор Orokin, экстракт нитаина. Обновились чертежи шлемов на Warframe, а также моды ауры. Из них есть добычек винтовки, который увеличит количество припасов для винтовок, дробовик, детектор добычи, который отмечает контейнеры на миникарте, и разрушение щита, которое ослабляет щиты врага. А на этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока.